«Юные и талантливые». В Иванове состоялся конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Это шоу для начинающих авторов. Оно стало одним из первых в творческой биографии городского центра культуры и отдыха. Мы начинали в 92-м году. На открытие приезжал к нам Юрий Николаев. Следом за открытием телевизионного конкурса в Москве мы стартовал наш областной конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Но не только с нашей области, у нас были участники из других областей. Вот и на этот раз на сцене ЦКИО в номинации «Вокал» выступила конкурсантка из Владимирской области. Мария Грачева исполнила песню «Космос». Ей удалось покорить сердца жюри. Девочка прошла в финал «Утренней звезды». Ездить по конкурсам очень. Вот. И в Суздаль ездила, и в Владимир. И вот решил в Иваново съездить. Хореография – одна из самых популярных у конкурсантов номинаций. На этот раз в возрастной категории от 7 до 11 лет выступили 3 коллектива, и 2 из них набрали одинаково высокое количество баллов. Жюри, вопреки правилам, приняло решение не проводить пританцовку. А между тем, для группы «Лучики» образцового ансамбля «Сказка» это было самое первое большое выступление. Эта группа очень маленькие детки. Они буквально в том году еще были совсем неумехами. И это первый в их жизни конкурс. И такая большая сцена, для них это просто сегодня было испытание, которое они сегодня очень хорошо прошли. Образцовому ансамблю «Пилигримы» повезло меньше. Девочки не смогли пройти в финал, но не расстроились, ведь участие в «Утренней звезде» уже победа. Мы очень рады, что мы в этом конкурсе участвуем, что мы прошли во второй тур. Мы очень волновались, тренировались изо всех сил, старались. Ну, не получилось у нас дальше пройти, но мы будем еще больше стараться. Будем участвовать в других конкурсах и будем стараться, чтобы было у нас все лучше и лучше. Кстати, если обратиться к истории конкурса, то изначально хореография, как и вокал, были самыми первыми номинациями. Уже позднее к ним добавились театры моды и цирковые коллективы. За 26 лет, а именно столько проводится конкурс «Утренняя звезда», для многих исполнителей победа в нем стала первой ступенькой в профессиональную жизнь. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.